среду в Самарской области ожидается пасмурная погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 15-18, тепла ночью плюс 8, плюс 10 градусов. Ветер восточный, северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, утром возможен дождь. Днем плюс 14 градусов, ночью плюс 9. В Тольятти пасмурно, днем плюс 15, с ночью плюс 8 градусов, ветер восточный 2 метра в секунду. В Самаре тучи, но без осадков, плюс 15 градусов днем, ночью плюс 8, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 58%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.